господин мэр, и я вас, и директора Братислава очень хочу поблагодарить от имени нашей всей делегации за гостеприимство, за то радушие, с которым вы встречаете нашу делегацию, за тот поддержку проекта очень важного, которое носит название «Душа славянская», и, конечно, за то радушие и гостеприимство, которое наши дети чувствуют, проживая в семьях наших сербских друзей. Господин Брестович, наигражаем закона Ивана и директору гимназии господин Братиславу Крстичу на гостоприемливости, любезности, сердечности, с которыми нас увек очекате и истовременно да заменим породицама кои увек тако срдечно очекују на нашу делегацију представнике руске школе. Хвала још на нашему проекту 5 лет. Это первый юбилей. И проект не только эффективен с точки зрения изучения наших культур, но совершенно справедливо вы заметили, что он очень ценен с той точки зрения, что наши школьники очень подружились с сербскими учениками. Я надеюсь, также они хорошо будут дружить и с нашими румынскими друзьями, и с друзьями из Македонии. Наш проект уже трае 5 година, а это значит година юбилея. Petogodišnjica projekta Međunarodne saradnje Duša Slovenska i nadam se da će se naši učenici, kao i srpski učenici, sprijateljiti sa učenicima iz Makedonije i Rumunije i da će to isto tako dugo trajati. Ja хочу еще раз поблагодарить вас, пожелать и вашему замечательному городу огромных успехов, процветания и вашему городу, и, конечно, нашей замечательной гимназии, с которой мы дружим. И позвольте вам вручить на память вот часы, где символ гжели нашего русского народного искусства. Пусть напоминает вам о нашей стране России, о нашей дружбе. Спасибо вам. Спасибо. Hvala vam na sastanku i na